Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиально сковывает их возможности. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Очень часто человек с буквы «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Это очень способные люди, постоянно стремящиеся к гармонии, основательности и контролю над ситуацией. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.